Расскажи мне немного о себе или tell me a few words about yourself. Есть сейчас такое, что что сказать, а как вообще перевести, что я чем-то занимаюсь, увлекаюсь на английский? Если да, то это видео точно тебе будет полезно. Меня зовут Вероника, и это Puzzle English. Мы рассмотрим разные варианты, поэтому можно заскринить те, которые подходят тебе, чтобы потом повторить. Но сначала два быстрых совета. Если вы сразу не знаете, о каких именно увлечениях говорить, то подумайте, что ты хочешь, чтобы о тебе запомнили. Или какой конечный образ ты хочешь получить. Даже если не брать спорт, а банально еду, можно создать образ поедающего пончики человека, а можно образ человека, который разбирается в еде и ходит по красивым местам. Понимаешь, о чем я? Второе. Если говоришь про свою работу, то это не должно быть просто сфера деятельности или твоя должность, а, например, что именно ты делаешь или что ты любишь в своей работе. Общие понятия никогда не запоминаются. Ну, теперь переходим к конкретным примерам. Тут, на удивление, тоже сегодня будет два раздела. Первый про работу-учебу, а второй про твои увлечения. Первый раздел. Работа-учеба. Шаг первый. И называешь свою профессию. Вот я, например, учитель. I'm a teacher. Или можно сказать, я работаю кем-то. I work as a teacher. Or I work as an analyst. Шаг 2. Где ты работаешь, учишься? I work at Google. Or I study at Harvard University. Амбициозно, да? Если компания не очень известная, то можно вместо этого назвать просто индустрию. Например, I work in fashion, я работаю в моде, или she works in IT, она работает в IT-индустрии. Вспомним наш лайфхак. Сказать, что именно ты делаешь на работе, что именно ты любишь делать. Можно, например, как-то так. We help companies to promote their products on the internet. I enjoy it a lot. Мы помогаем компании продвигать их продукты в интернете. Мне это очень нравится. Или так. As a manager, I really like communicating with clients. People are so different. Будучи менеджером, мне очень нравится коммуницировать с клиентами, потому что люди такие разные. Второй раздел. Хобби и увлечения. Как сказать, что вам что-то нравится? Первый вариант. I'm into something. Это то же самое, что I like something. Например, I'm into music. I have singing classes every week and go to concert every month. Я очень люблю музыку, я занимаюсь вокалом каждую неделю и хожу на концерт каждый месяц. Или I'm into reading. We have book club at work. It inspires me. Я очень люблю читать, у нас на работе есть книжный клуб. Он очень меня вдохновляет. Следующий вариант. I'm fond of something. Это тоже то же самое, что I like something. Например, I'm fond of yoga. I do yoga 3 times a week. It gives me energy. Я люблю йогу. Я занимаюсь йогой 3 раза в неделю. Она заряжает меня энергией. И последний вариант, как сказать, что вам что-то нравится. I'm a big fan of something. Это тоже то же самое, что I like something. Например, I'm a big fan of art. I follow many artists and galleries. It makes me want to travel even more. Я большой фанат искусства. Я подписан на многих художников и на многих галерей. Это мотивирует меня путешествовать еще больше. А хотите, мы расскажем вам поподробнее про самые распространенные хобби? Или нет? Давайте лучше так. Напишите в комментариях, о каких увлечениях нам сделать видео. И мы расскажем, как поговорить обо всех по чуть-чуть. И, конечно, пиши плюс, если было полезно тебе это видео. С вами была Вероника и Puzzle English. It's a party on